Привет, это моя новая книга «Ливингстон второго поколения» от компании Unix Books. Быстрый обзор и первое впечатление я уже на нее делал. А теперь я вам расскажу о жирном минусе, который я обнаружил при ее эксплуатации. Как видите, сейчас сенсорный экран не работает, и это не какая-то суперопция, которую можно спокойно взять и отключить тачскрин. Это реальная проблема, которая обнаружилась во время эксплуатации данной книги не только у меня, но и других пользователей. Отвал тачскрин происходит случайно в любое время ее работы. Чаще она проявляется, конечно, во время длительного чтения. При этом тач за сеанс может отваливаться как один раз, так и несколько раз подряд. Процесс самовосстановления тачскрин занимает от 30 секунд до 2 минут, при этом сама книга продолжает исправно работать и перелистывание страниц спокойно реализуется через кнопки управления на чехле. Для быстрого восстановления тачскрин поможет простое включение-выключение экрана книжки через кнопку, а также закрытие и открытие книжной обложки. На форумах люди уже сталкиваются с данной проблемой и говорят, что по гарантии ее спокойно менять на новое устройство, так что будьте внимательны при покупке и тщательно ее проверяйте.